Здравствуйте. О планах Джефф поделился с краевыми журналистами во время пресс-конференции, которая состоялась в стенах холдинга «Сибирская медиагруппа». Несмотря на плотный график визитов в Барнаул, «Снеговик», как его называют поклонники, все же нашел время на общение с прессой. Итак, первый бой запланирован на 11 августа. Международный поединок анонсирован под открытым небом на территории Алтай Пэлас. В главном бою вечера за звание чемпиона поспорят представители России и Бразилии. Мне очень нравится ваш регион. Алтай очень красивый. Мне он напоминает мой родной дом. Природа, воздух. Мне здесь очень нравится. Природа очень по душе. И здесь я увидел много красивых девушек. Особенно сейчас. Сразу же после визита в сибирскую медиагруппу Джефф отправился в спортивный манеж «Темп». Эти минуты боец наверняка показывает всем желающим, как освоить его коронный прием «Север-Юг». После мастер-класса запланирована автограф-сессия и футбольный матч, в котором Монсон сыграет в одной команде вместе с трудными подростками.